Привет, друзья! Вы на канале У Приходько, и сегодня мое видео посвящено воспоминаниям из детства. Это видео я посвящаю своей тетушке, которая всегда брала меня с собой, куда бы она ни ехала, на всякие моря. Я с удовольствием вспоминаю, как угощалась чурчхеллой. Тогда я еще не знала, как называется это блюдо, но мне очень нравилась эта сладость. И теперь, когда я узнала, как ее готовить, я обязательно приготовила и сейчас покажу, как это просто делается. Наверняка вы уже внесли в список ваших покупок орехи и хороший сок. А я тем временем оставляю свою чурчхеллу на 7 дней сушиться. Всего вам доброго и приятного аппетита!